И сразу переходим к главной новости сегодняшнего выпуска. Рамштайн начали запись нового альбома. Стало известно, что Рамштайн работают над записью нового студийного альбома. Выход пластинки возможен уже осенью 2017 года. Подробностями о работе над новым альбомом поделился вокалист группы Till Lindemann. Сейчас мы работаем в репетиционной, готовим программу для следующей пластинки. В разработке от 4 до 8 песен. У нас есть большое панно, где можно увидеть песни, которые находятся в стадии доработки. Песни, которым уже пишутся тексты. И песни, которые находятся в стадии финального монтажа. Если день задался, то мы стираем несколько слов в одном столбце и записываем что-то в другом. Все как в детском саду, такие уж мы инфантильные. Это прекрасно!